очень вкусная, очень ароматная, замечательная солянка с грибами. Готовится очень просто, поэтому собираем грибы, запасаемся ингредиентами и готовим. Зимой будет очень вкусно и мало. Рецепт для тех, кто еще не ленится заниматься консервацией. Вкусная и ароматная солянка с грибами, горячая отварная картошечка. Зимой или во время поставку с ней ужина не бывает. Сразу вспоминаешь яркую осень, лес и на душе так хорошо. Поэтому давайте не будем лениться, сходим в лес за грибочком, а затем займемся заготовками на зиму. А как приготовить грибную солянку с помидорами на зиму, я вам подробно расскажу, рецепт проверен годами. 1. Грибы почистим, порежем на кусочки среднего размера и поставим вариться в подсоленной воде. На литр воды уйдет примерно чайная ложка соли, варим 20 минут с момента закипания, затем воду сливаем. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Теперь о составе нашего блюда. Грибы 2 килограмма, белые, подберезовики, подосиновики, опята, любые вес отваренных грибов. Помидор 2 килограмма, капуста 2 килограмма, лук репчатый 1 килограмм, морковь 1 килограмм, соль каменная 100 грамм, сахар 200 грамм, растительное масло 300 грамм, уксус 900 грамм, перец черный молотый 0,5 чайных ложки по вкусу, количество порций 1. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка — гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Пока-пока!